Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня веселый видосик, думаю, будет нестандартный видосик. Аккаунт моего подписчика Александра с ником Гилмор, это Тайвань. И как вы видите, здесь есть 160 тысяч самоцветов. Что это означает? Это означает, что мы сегодня здесь соберем бездонатного зефира. Копились эти самоцветы, где-то плюс-минус он еще тратил полгода, то есть за полгода реально собрать на Тайване зефира и получить еще дополнительно кучу разных плюх. В общем, поехали, посмотрим на аккаунт. Находится он в гильдии Одержимые, тайванский сервер. Первые, вторые места битвы гильдии Атака Фортов, пропуск ПГК к Телега. Дмитрий у вас есть на экране, кидайте заявочки, вступайте. В общем, поехали, посмотрим на аккаунт. Аккаунт абсолютно бездонатный, то есть доната здесь нет. Вот 230 бездонатный аккаунт, и сегодня на нем будет топовый донатный герой. Поехали, посмотрим, что у него делается по героям. Так, Кобушки нету, Космо нету, Зефир скоро будет, Командорка, Феникс, Оккультист. Ну, неплохо. Махатма, призрак. Странно, что он призрака не собрал. Рогаточка и Бугимен. В принципе, неплохо. А у нас есть сегодня вот такая вот трата, где вы можете получить за 160к ровненько 200 осколков зефира. У него даже уже 25 здесь есть, плюс еще топовые итемы для прокачек. Ну, я считаю, это реально самая крутая акция с многих. Конечно, надо копить до хренища самоцветов, но без этого никак. Так, окей, поехали. Поехали, будем пробовать. Давайте посмотрим еще, что у него вообще делается в алтаре по героям. Пакт. Да, с талантами тут. С талантами это фигня. Таланты за самоцветы ролит. Ну, сейчас посмотрим, как у нас пойдут герои. Бессмысленно, я считаю, это надо просто играть и выбивать таланты. Тем более здесь таланты получить не проблема за сменки. Самое главное получить самого топового героя. Что у него в алтаре? Ну, такое, талантиков маловато. Недавно, видимо, начал играть. В общем, поехали. Поехали, будем сегодня ролить. Я не знаю, или есть там места, мест не хватает. Ну, смотрите, Рину, Гаргул. Сейчас немножко места добавим, потому что без этого никак. Хранитель. Нифига себе, посмотрите, как сыпет Леги на Тайване. Супер. Капитан Рогатка. ББшка. РТшка. Так, ну рандомчик, давай. Бочки это, конечно, круто, но нам надо супергерои недостающие. Фараончик. Фараончик тоже неплохо. Афинка. Гаргул, знаете, такое ощущение, что сервак притормаживает. Седнушка. Я себе, у него там места не хватает. Этот аккаунт не видел еще столько самоцветов. Такс. Знаете, то чувство, когда алтарь не готов, точнее, этот склад не готов к такому количеству героев. Отлично. Где герои, блядь? Вот что это за фигня? Вот вроде и после Нового года должен быть какой-то рандом. Нормальные плюхи. Вообще герои не падают. Просто жесть. Бигфут. Гарпия. Варлок.
Что это такое? Капитан Рогатка Рину. Что это за фигня? Где, блин? Где оккультисты? Где топовые герои? Я понимаю, что мы сейчас получим там типа мега имбу. Но это просто жесть, ребят. Смотрите, 50к, и мы таких прям мега вау героев. Ну не, ну это пойдет. Вот это вот пойдет. Только я сказал, мы нифига не выбьем, и сразу же нам падает одна из топовых. Один из топовых или стоповых, одна из топовых героев. Это у нас Ледяшка. Отлично, поздравляю. Ну, этого героя здесь не хватало. Ну, надо космика вытащить. Когда будет у нас еще дополнительно космик? Хотя и рогатку вытащили. Тоже, в принципе, ни одного. Я что-то так себе. Рогатка-то и рогатка. Такс, хорошо. Это радует. Ледяха, это вообще топчик. Что-то у нас еще такое интересное по героям есть. Остальное все такое. Давайте их пооткрываем. Сбегаем в рейдик. Тум, ледяной феникс, отлично. Как это может не радовать? После Нового года такие герои. Так, сливаем, что нам надо слиться. Блин, у него настолько крутые герои, что он еще и фиг сольется сейчас. Нет, должны же новогнику посливаться, я не верю. Рея затащила. Поехали дальше. Не знаю, или там есть акция у нас сегодня на трату, надо будет тоже глянуть. Сразу же паладин к нам приходит. Может, какие-то сундуки есть, Дед Мороз. А кстати... Есть сегодня коллекционер или нету? Пират есть. Ну, сейчас посмотрим, как герои пойдут. Хотя тут с пирата, тут ничего толкового в пирате нету. Я гляну, что по акциям еще есть. 2019, нифига нету толкового сегодня. Как это он плюхи не забрал еще? Офигеть. А ну посмотрим, какие там у него статы были. 50, 15%. Нормально, а че нет? Нормальные плюхи на Тайване дают. Так, окей. Поехали дальше. Опа! Опа! И кто это у нас? Это у нас Королева Ос. Это тот герой, который нам нужен был сегодня на другом совсем роллинге. Так, Фрэнк, Королева Ос, Стрелок. Вот смотрите, как началось. Как началось. Надо было просто забрать плюхи с прошлого года, и тогда уже нам начали отсыпать неплохо. Опа, Асурик. Ну, Асурик, это тоже круто. Так, ниндзик. Посмотрим, кто там еще с недостающих. Ну, честно скажу, я ожидал все-таки большего. Вот 60к мы потратили. И все-таки ожидалось, что больше нам героев вылетит. Вот, Фрейка. Вот это уже получше. Одержимый. Так, итого мы 60 с хреном зафармили. Давайте посмотрим, что мы тут можем собрать сегодня. Зефир плюс 20 осколков. Плюшки забираем. Забираем расходнички. За 8. Вот коробочки. Нормально так. 15 коробок сейчас заберем. Еще потом плюхи получим. Так, забрать все. Ребятушки, первая порция без донатных плюх. 20, ну, 50 кулаков тоже неплохо, я считаю. Так, окей, первая порция у нас есть. Поехали дальше.
еще первые сундуки. Тоже неплохо. Так, поехали. Будем потом открывать это все дело. Ролим дальше. Фараончик. Глянем, что у нас там по героям еще прибавилось. Может, что-то интересное. Так, этих никого нету. Махатмы. Надо ведьмочку чекнуть, или есть ведьма. Кстати, огника у него нету. Было бы круто, если бы он собрал королеву ос. Единственное, что я вижу. И Трифит. Остальных нету. Ну, феи у него дофига. Королева ос у нас добавилась тоже. Остальные, в принципе, есть. Поехали дальше. Еще один Лазуля. Блин, а почему не Космо? Вот я хочу Космо на этот аккаунт. Зачем мне еще один Лазуля? Это, конечно, круто, но нужен Космо. Воржей. Рандомчик, давай. Надо затащить. Еще одна фея. Блин, ведьма здесь точно так же не падает, как у меня на английском сервере. Просто трэш какой-то. Санта Бум. Да, герои, конечно, здесь бомбезные падают. Давайте до 75к и пойдем с вами в рейд. Уже больше половины переролили, и честно скажу, пока два Феникса, Фрея, ну такое. Я все-таки ожидаю, что мы хоть вытащим каких-то мега-мега имбовых героев. Так, что-то там выпало, я не посмотрел. Сейчас зайдем на склад, чекнем. Но это реально жестко. Кенди. Это сервак, это Лазуля у нас светится. Ну, ведьмы так и нету, кстати. Вот так вот. Жестко. Нереально жестко. Да, админ панелька у нас на Тайване что-то после Нового года не работает. Бастимер, Дед Мороз, ну я все понимаю, череп, лиги начали сыпать, призрачный, это все круто, где Космо, где оккультист, просто трэш какой-то творится на этом серваке, Бигфут. О, ну вот это нормально, вот это пойдет. Вот фобушка — это то, что надо. Еще оккультиста нам надо сюда для полного счастья. Блин, так фигово что-то леги сыпят. Я не знаю, что на Тайване так хреново. Друид. Так, нам нужен космик. Однозначно надо космо. Фениксов-то мы вытащили. А вот без Космо, конечно, печально все. Космо тоже очень крутой. И на этом аккаунте он бы, наверное, многое зарешал. Ну, рандомчик. Бигфут. Что-то, знаете, такое чувство, что падают одни земные герои. Там Деды Морозы, Бигфуты. Все снежные, короче.
Скиталец, ну это пойдет. Скитальца вроде у него тоже нету. В общем, здесь мы вытащили и скитальца, и королеву ос. О, вот так вот мы сделали этот рандомчик, ребятушки. Офигеть просто. Просто охрененно, поздравляю. Что еще надо без донату? Вот скажите. Вот что еще нафиг надо без донату? Вот реально очень круто. Так, поехали. Вот это вот подгонщики, то, что надо. По-моему, у него скитальца нету, если я не ошибаюсь. Ну, если что, второй откроет, потом на эволюцию закинет. Так, смотрим, что у нас получается. По чуть-чуть аккаунт кончается. Кончается. Такс. Ну, это понятно, Трифит. Командорки не хватает нам. Очень оккультист Командора, вот это вот, что хотелось бы. Ну и Махатма, конечно же, с Хладным и с Ведьмой. И Бугимена нету. Блин, ну вот скажите, столько самоцветов слили, и реально нифига к нам не приходит. Жестко. Ну, надеемся. По крайней мере, у него теперь есть герои для прокачки очень классные. Очень кайфовые. Такс. Давай, рандомчик, надо еще кого-то для полного счастья. Блин, знаете, такое ощущение, вылазит две там лиги, думаешь, сейчас упадет какая-то имбушка. И фиг там, падают обычные магазинные герои. Ну вот посмотрите, вот что это такое? Что это такое? Я все понимаю, что вы там мы вытащили и Космо вытащили, Ледяху, кучу других героев, ну Фобушку вытащили, но надо сюда оккультиста еще. Ну. Вот оккультиста однозначно надо, Махатма нужна, ведьма нужна, но опять ведьма не падает, я не знаю, что это за фигня, на английском сервере у меня она тоже не падает. Рандомчик, давай уже дупляйся. Сколько можно? Что-то мы там за 150 вытащили. О май гад, еще вытащили за 450. Что это творится? Ну, сейчас пойдем по-любому, ребята, с вами чекнем. Какие-то там у нас имба-герои должны появиться. Я надеюсь на это. Малышник. До этого. Ну. Это жесть. Так, ладно, давайте попробуем. Собрались. Еще немножко, ребятушки, еще 10 тычек и все. И мы соберем бездонатного зефира на Тайване. Бум! Ну чё, собрали? Немножко не те акции. Ну что, поздравляю. Твои мучения прошли, наверное, не зря. В итоге, бум, еще дополнительно вот такие вот плюшечки мы получили. И видите, не все сундуки влазят, не все влазит. Однозначно увеличим алтарь. Чик. Я считаю, очень даже неплохие плюхи. Поехали, сразу же не буду вас томить. Вот, ребят, пожалуйста, 160. И мы собрали наконец-то обалденного бездонатного, ну, в данном случае бездонатного героя. Это бездонатный зефир, и он есть на этом аккаунте. Просто офигеть! Вот насколько некоторые серваки классные. На некоторых можно героев получить как огники на халяву, у некоторых можно собрать частично, тоже накопив самоцветы. Но вот зефир
пока что здесь и на немке в единственных экземплярах. Ну, на немке надо мега удачу, чтобы словить. Ну, а здесь надо просто накопить самоцветы и, пожалуйста, вуаля, сразу же. Сразу же, изи просто. Просто кайф. На таких аккаунтах это однозначно плюс. Так, это все мы оставим. Поехали, пооткрываем с вами еще плюшки. Нифига себе, посмотрите, сколько мы плюх получили. Вот скажите, это ж офигенно, вот просто офигенно. Если смотреть, что это все получено. Ну, конечно, надо полгода мучиться, но в итоге ты получаешь обалденные плюхи. Поехали, пооткрываем сейчас сундучки. Здесь еще дополнительно ему будут коробочки для прокачек. Блин, опять места не хватает. Но я добавлю, потому что места, ну, это такое, что надо будет однозначно. Так, грубая сила, карточка. Сейчас, может, что-то интересное из карточек повытаскиваем. Хотя вряд ли, думаю, у него все есть. Исцеление, железка, еще карты. О, для прокачки, смотрите, слизнячки, вообще топчик. Что у нас, эмблемка? Бум! Изворот. Так, вот тут, кстати, тоже кайфовая тема. Расколы, скины. Бугимен, конечно, это печалька. Но не вытащили мы Бугимена и не вытащили мы Командору, к сожалению. Так, восьмой эмблемы. Психощит. Офигеть. Так, что тут у нас есть такое, что нас может заинтересовать? Ну, чисто повторки. Больше, к сожалению, ничего тут такого нету. А, ну, тут вот может ведьмочка, кстати, выпасть. Давайте попробуем. Ну, упала, конечно, круто. Ну, без Ронин и Стрелок, но ведьма, к сожалению, так и не упала. Так, понятно все. Что, попробуем? Чик. Пятая ремочка, тоже неплохо. Железка еще дополнительно одна. Так, места у нас. Тут у нас скины. Что по расходникам? По расходникам сразу же выпало нам для прокачки этих имбо-героев на максималку. То есть можно качнуть сразу же, не думая. У него тут и так, в принципе, есть запасы, я смотрю. Копил, копил. Он ждал этого момента. Зефир 10-10. Космо 10-10. Ледяха. Вот это кайф. 10-10. Кобушка однозначно тоже 10-10. Ну что я могу сказать? Поздравляю, вот это имбо-герои, которые реально нуждаются в прокачке 100%. Дальше у нас идут герои, которые у него уже есть давным-давно. То есть тут тоже проблем, в принципе, с многими героями. Думаю, с прокачками нету. Ронина можно не качать, хранителя. Не знаю, он докачает, потом уже оставили мы немножко. Его захочет. Ну, круто. Я считаю, это очень круто. Бездонатный зефир. И еще там 4-5 героев, которые реально нужны. В общем, такой вот видосик, ребятушки. Ставьте лайки, играйте, копите самоцветы, кидайте кому что надо собрать интересного, открыть. Всем такой же удачи и терпения. Всем пока.